Кинотеатр «Сеспель» – одна из основных площадок, где проходят показы конкурсных лент 10-го Чебоксарского международного кинофестиваля. Вчера поздним вечером чебоксарцы увидели картины «Тень» Дмитрия Светозарова, завтра утром режиссеров Андрея Майовера и Дарьи Крыловой. Фильм «Иван» представила чебоксарский режиссер Алена Давыдова. Кроме того, вне конкурса был показан фильм Валерия Харченко «Короткое дыхание любви». Чебоксарскому зрителю ленту представил продюсер и председатель жюри игрового кино Марк Руденштейн. Смелое, экстравагантное и пронзительное кино. Именно так охарактеризовали киноленту Валерия Харченко «Современники». Сюжет завязан вокруг бывшего афганца Алёши. Юноша попадает в Финляндию и остается там жить. Через некоторое время он встречает туристку из Петербурга Риту и влюбляется в нее. Но жизнь складывается не так, как ему хочется. Рита старше него, у нее есть больной ребенок. Плюс ко всему, женщина влюбляется в лечащего врача Алёши, который приходится юноше отцом. Увидеть киноленту пришли люди самых разных возрастов и профессий. Мнение в кинозале разделились. Ну, фильм немного грустный, конечно. Вот заставляет задуматься, вспомнить 90-е годы. В целом мне фильм не понравился. Возможно, будем еще на закрытии. Может быть, там что-то интересное будет. Продюсером киноленты выступил председатель жюри игрового кино Марк Руденштейн. Это его первая работа. Уникальность этой картины состоит в том, что впервые в советском кино на титрах было написано «Марк Руденштейн и MTV Финляндии представляют». Вот так впервые удалось пробить действительно брешь, которую не удавалось пробить никому. По мнению продюсера, этническое кино живет и развивается в одной многонациональной стране. Я считаю, что национальный кинематограф – это кинематограф одной национальности. У нас, я считаю, что это российский кинематограф, поэтому люблю слово «российский». Сегодня, в третий день работы кинофестиваля, жюри оценит еще три картины. «Психи» Алексея Китайцева, «Человек из будущего» Романа Артемьева и «Чумава Ули Каратас» Адильхана Ержанова. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика.